Привет, с вами Game Club Pub. Получасовые ренты на самые разные темы и немного игровых новостей. Раз в неделю мы обсуждаем все самое важное из того, что произошло за последние 7 дней в игровой индустрии, и стараемся не унывать. Меня зовут Николай Лапко. А меня зовут Николай Третьяков. Это подкаст «Овертайм». Всем привет, с вами снова Овертайм. С вами Коля Л и Коля Т. Продолжаем обсуждать игровые новости в нашем подкасте. Вот. Ну и на этой неделе не так много новостей, но много поводов для того, чтобы порантить. Так что, да. Но для начала расскажем вам о том, что было у нас на канале. Вот. Было видео про Pyre, замечательную игру, новую от Supergiant. Ребята из Supergiant сделали новую игру для вас, чуваки. Вот. Да, те разработчики, которые сделали Bastion, сделали Transistor. Вот, и третья игра у них получилась не хуже. Многие даже считают, что это лучшая вот игра их. Не знаю, как она для меня там, лучше Transistor или нет, но вот, но я очень впечатлен, и Коле вот тоже понравилось. Посмотрите видео. Но я еще тут, радуюсь, что прокатили эту отмену Обама-Кея. Я, конечно, хочу передать пламенный привет, чтобы просто не в ренды не пускаться в длинное. Пламенный привет всем российским поклонникам Трампа в очередной раз. Вот. Того Трампа, который сказал, что типа Россия нам не помогает там насчет Северной Кореи или как. Да, его самого, ну. В общем, ну, господи, это же, в общем-то, было очевидно, собственно говоря. Это как российских поклонников Трампа, там не то, что их там как-то тревожить их бамбуковой палкой, это как дохлую рыбу в бочке расстреливать. То есть это как бы, ну, не весело. Так что Господь с ними, с этими, со всеми. Да, и еще на неделе на нашем канале я сделал пару видео про новые карты в Хардстоуне. Там, значит, новый сезон. Ну, спойлеров. Да, посмотрите видео, карт. Да, там есть карта. Ну, рассказывай, ладно, я перебиваю. Есть карта Defile, я знаю. Вот там вот эта карта. Карта Defile, она вообще, это какой-то пипец просто. То есть одно повреждение, если какое-то существо умирает, все по новой. То есть так, в принципе, можно. Там люди пишут, что наконец-то против джейд-големов там будет средство. Ну и, нет. В принципе, да, потому что они на один больше каждый раз, и, в принципе, их можно вынести, но... Ну, они ж не это... далеко не всегда, ну, все остаются на поле, да. Нет, это скорее там против всяких... агрессивных очень колод, а Джейд Голем это другое. Мурлоки, Хантер. Вот, еще там хорошие, то есть, что там есть. Еще мне вот, то есть, мне, например, понравилось из того, про что Коля рассказывал. Кто это есть, какой-то дохлопаладин, в общем, карта фиолетовая, 3-3, тонт, нет, то, и в случае, если у вас в колоде есть с тонтом что-то, то будет тонт, если у вас есть виндфьюри, для любителей виндфьюри, если у вас там Divine Shield, будет Divine Shield, то есть в этом, что-то в этом есть. И еще, конечно, там альтернативная Джайна в виде лича, она чудовищно, по-моему, сильная, потому что если ей заменить героя, то у всех элементалей там лайфстил, и когда вы еще меняете, то там Frost Elemental появляется. И вот мне, как магу, в принципе, хотя и личей не люблю, мне очень интересна эта тема. Ну то и есть, там, да, когда потом Hero Power убиваешь какое-нибудь существо, еще один элементарь появляется. Ну, короче, да. Она, конечно, карта медленная, но очень, очень сильная. Сильнее, чем у Охотника, это точно. Который там просто зверей составляет.
Ну, да, потому что я даже не знаю, потом это, наверное, будут нерфить, потому что, ну... Да, так, ну, так бывает. Например, элементальчика отнимут при вызове Джайны, потому что у нее же еще мелочь, конечно, у нее еще там 5 брони есть, и по большому счету нужно только вот дотянуть до нее там, а дальше можно, ну... Ну, выглядит карта круче, чем Джараксус, например, у Варлоков. То есть, да, потому что Джараксус, стоит. Если его, вы его кастите, и у противника есть возможность вас бить в лицо, то довольно-таки быстро можно проиграть. Ну, у Джараксус это 15 здоровья максимум, да. А тут как бы 5 брони плюс сразу 5 брони дают. Еще, и если накидка. У вас там есть... Элементали на поле, они вас еще отхилят сразу. Ну, в общем, будет куча... Да, потому что это решает еще лайфстил, решает у элементалей решает проблему мага, потому что маг, у него все, когда только хорошее начинается, оп, и жизнь кончилась уже. Вот, и у воина еще эта карта, которая всего за 2 маны позволяет руку себе скопировать в колоду. Ой, это то вообще, это получается, что у воина это... бесконечная колода, получается, как у друидов этих. Ну, с джейд големами. То есть ты до конца игры, ну, эту карту не используешь. Потом обычно у этих, у контрол воинов рука полная, там, я не знаю, 8-9 карт, ну, да, минимум 6. Вот, и ты до конца игры ждешь, и у тебя эти 2 карты новые в руке остаются, и плюс еще там, не знаю, 4-5 хороших карт каких-нибудь легендарок. И каких-нибудь там один экзекьют, например. Хотя в конце игры вряд ли. Вот. Воин, который... Играешь их, ну, по очереди, и получается, контролу, что... Он был очень, ну, тяжкий. Вот, потому что он просто может пересидеть из-за своей брони, пересидеть очень многих оппонентов. То ну, есть, когда они просто... Давно. Да, это очень давно было, а теперь еще это усугубится, и, конечно, я даже и не знаю... Да, такие дела. Ну, в общем, Харстон там, когда, по-моему, во второй половине августа выйдет дополнение, а пока что все новые карты продолжают показывать. Я вот один день сделал 19 новых карт, посмотрел, потом за пару дней еще там 23. Ну и сейчас еще показываю, так что на следующей неделе наверняка буду еще делать. Вот. Да. Ну и, собственно, там было еще видео про PUBG на канале, но об этом мы сейчас отдельно поговорим. Потому что там, конечно, драма разрослась довольно-таки неожиданным образом. Не знаю, так, тут с чего начать. Тут есть просто три основных темы, да? Первая — это баны за стрим-снайпинг. Если кто не знает, ну это типа вы смотрите там какого-нибудь стримера на Твиче, кто стримит PUBG, постарайтесь попасть к нему в игру. Попадаете к нему в игру, а он, и, ну, и видно, где он находится. А PUBG это такая игра, где-то, если знаешь там позицию противника, то его легко застать врасплох. Вот, ну, и вы его там убиваете, и это называется стрим-снайпинг, да? Это первая тема. Вторая тема, ну, это то, о чем я рассказывал в видео, да? То есть, когда там разработчики... Ну, не хочется, короче, использовать там плохие слова, ну, в общем, наврали. Насчет появления микротранзакций в своей игре. Ну, естественно, когда игра продалась тиражом 6 миллионов копий, то хочется добавить туда платные ящики. Вот. Чтобы ты, несмотря на то, что ты там говорил раньше в интервью, вот так и случилось. Ну, и там еще была драма до этого, не знаю, первая драма, с которой, типа, все началось. Вот это вот... The Original Drama, когда забанили чувака, он пришел на Reddit, сказал, что вот, мол, мы играли вдвоем с другом, или втроем, я не помню. И, короче, с нами был еще чувак в команде, автоматически подобранный, да, потому что в PUBG там 3 режима, можешь играть один, можете играть вдвоем, и можете играть в сквадах, в которых по 4 человека, и если хотите, можно там галочку нажать. Если в вашем скводе людей не хватает, подберется один дополнительный человек случайно. Вот. И тот чувак начал убивать членов своей команды. Вот. Парочку убил, а этот чувак дал ему отпор. Ну, и он как бы убил его. Вот. Того чувака забанили. Но этого чувака забанили за то, что он убил, значит, члена своей команды.
ну, не очень логично получается, да? Ну да. Совсем. Но каким-то образом вот во всех этих трех проблемах есть одно общее связующее звено, да? Люди, которые, ну, защищают разработчиков во всех трех проблемах. Честно говоря, я до сих пор не... То есть я понимаю, почему вот этот главный PlayerUnknown, да, он там хочет добавить платные ящики в PUBG, потому что, ну, естественно, раньше он об этом не думал, теперь игра 6 миллионов копий продали, хочется еще заработать, да? Я понимаю, то есть соврал, окей, но я не понимаю людей, которые на форумах, там, в интернетах, в комментариях говорят, что, ну, чуваки, это же так компании работают, или там, ну, чуваки, ну, вот он же тоже убил своего, ну, члена своей команды, и так далее, вот. Я просто, я вот этого именно не понимаю, потому что достаточно, ну, подумать головой во всех трех случаях. Мне кажется, что каждая популярная игра, она генерит драму, и, в общем, все... Я очень боюсь за молодое поколение, они так по... Как бы они... Ну, я думаю, что энергия человеческая теоретически неисчерпаемая, поэтому все будет это... Нормально. Да, я, конечно, согласен. Когда игра за пару месяцев, ну, сколько там, не знаю, 4 месяца прошло, может, или чуть больше, по-моему, в марте она вышла в Early Access или около того, и уже 6 миллионов копий, то, конечно, да, потенциал для драмы очень-очень велик. Вот. Я, ну, то есть, разговаривать про то, что вот когда чувака забанили за Team Killing, хотя он защищался, да, ну, как бы... Тут, по-моему, вообще никакого разговора быть не может. Ну, то есть, даже разработчики говорят, что да, ты там защищался и так далее, но вот у нас правила, и ты не можешь убивать, значит, ты должен был там выйти из игры и так, ну... Ну, типа, ну, совсем поехали, короче. Вот. Второе, про платные ящики, ну, я уже сделал видос, 20 или сколько-то минут было, тоже... Ссылка в описании, можете посмотреть. Там все подробно я рассказал, объяснил. И как бы, ну, врать нехорошо. Вот. То есть, понятно, что система, как в Counter-Strike Global Offensive, когда вам в игре выдают ящики, там, почти бесплатно, да? Ну, то есть, просто за то, что вы что-то в игре делаете. Но чтобы их открыть, нужен ключик за $2.5, и так у вас ящик, типа, в инвентаре в Steam лежит, и вы такой, ну, хочется же посмотреть, что внутри, да? То есть, и там, естественно, все рандомное, то есть, это гэмблинг и так далее. Это все плохо, но... Ну, то есть, если бы это там появилось... После релиза игры или так далее. Ну да, плохо, но это ожидаемо. Вот. А когда разработчики, они говорят, что до релиза никакого, ничего такого не будет, чуваки, все будет нормально, и не волнуйтесь. А потом вводят эти штуки, даже временно, даже для того, чтобы поддержать там свой киберспортивный типа турнир. Хотя на самом деле это просто, ну так... маркетинг и так далее. Вот. Ну, они там сказали, что они на призы пойдет, там, на то, чтобы там место, да, купить, там, на, что-то... На призы, на организацию, и написано и некоторым благотворительным организациям. Не пишут. Какие мне пишут? Сколько там процентов этим организациям? Да. Просто пишут, ну, да, ну, может, дадим. Вот. Так, ну, проблема в том, что, ну, ложь была довольно заметна, да? И теперь не знаешь, верить этому разработчику вообще, ну, или нет. То есть они обещают что-то, обещания не выполняют, и следующие все обещания тоже как бы ставятся под сомнение. Чё они раньше сделали? То есть что у них там было? В смысле? Ну, какие игры они раньше вообще выпускали? А, да, ну, у этой студии Blue Hole была MMO Terra Online. Подожди, так это... Да. Да, которую, ну... естественно, уже никто не помнит, потому что она сдохла. Ну, точнее, Terra, помнят, конечно, люди, да, но она сдохла. Она существует уже. Ну, кое-как существует, да.
Ну, тогда как бы я просто хотел сказать, что это у них там, может быть, это первый там... А, ну, в любом случае, это первый раз, когда там успех привалил, и вот людей там покосило из-за этого. Ну, там, не, ну, очевидно, что там инвесторы надавливают и так далее, вот это все, но со стороны, короче, общения с комьюнити, это там все так выглядит по-дурацки. Этот главный дизайнер, короче, креативный директор. Вот жалко, что с нами сегодня нет Александра, мы бы с ним обсудили эту всю тему, но, конечно, главный этот креативный директор PlayerUnknown, он там, ну... Ну, короче, не фильтрует базар совсем. Путает берега постоянно. Ну, это типично. Я сейчас вот уперся. Я минуту назад Котаку написали, что, короче, то есть в нашей индустрии это вот кидалово, это происходит регулярно. Вот круиз для геймеров хотели сделать, инвестор вышел несколько месяцев назад оттуда, но все равно организаторы эти несколько месяцев, они продолжали там собирать партнеров. Fire Festival. Ну да, 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 да. Сразу ассоциации с этим, да. Продолжали заключать партнерство и продавать билеты. То есть, этот, ну, как сказать, они хотели арендовать круизный лайнер, круизный с круизным лайнером. И они еще там кого-то обвинили, кто, в общем, раскрыл это все дело. Но это как бы... И вот, я читал еще там какую-то, помню, статейку про стартапы, что... fake it till you make it, то есть ты можешь даже там в расчете на будущий успех ты можешь обманывать инвесторов, потому что вдруг у тебя там, я не знаю, ну, код не работает, там у тебя там, условно говоря, клетки не делятся, ракеты не летают, но вдруг, когда там ты раунд поднимешь, они у тебя начнут работать, делиться, летать, и все там будет хорошо. То есть в этом что-то есть немного грустное вот в этом. Не знаю, пахнет это все как-то не очень хорошо. То есть, в общем, вызывает это у меня сдержанное ворчание, там, как вот как у крупной собаки. Это если говорить о вранье. И третий аспект, вот этот про стрим-снайпинг, это, конечно, ну там, не такой однозначный, да, но вот ты помнишь, Коля, чтобы в какой-нибудь игре другой разработчики банили за то, что ты смотришь стримы там и подсматриваешь информацию о враге? Ну, просто вопрос такой, я как бы не поднимался, и таких там неврозов таких не было. То есть знаю, что Riot Games такого не делает. Ну, то есть Riot Games за это не банит в League of Legends. Valve за это не банит в Dota, или Valve там не банит за это в Counter-Strike. Blizzard не банит в Overwatch, не банит Арстоуни, ну то есть в плане, может быть, просто они в том плане, что да, да, драму во-первых, потому что, ну почему вот компании так не делают, да, потому что они не дураки, ну то есть Blizzard там это не такие дураки, как Bluehole, PlayerUnknown, они понимают, как допустим все не знаю люди, которые умеют логически мыслить, что не может быть никакого подтверждения. Никаких прямых доказательств тому, что ты вот занимался этой фигней, да? И когда какой-то стример там, у которого, не знаю, 5000, допустим, зрителей, да? Его там кто-нибудь убивает в игре, и он сразу говорит, ну, вот этот чувак явно смотрел стрим, и поэтому меня убил. Вот. Даже если он там не пойдет жаловаться разработчикам. У него там 5000 зрителей, и какая-нибудь сотня таких, ну да, вот скотина, вот нашего любимого стримера убил. Вот, пойдут, накатают репорт на этого игрока. Uh-huh. И вот эти вот чуваки из Bluehole, они на такие репорты, собственно, рады отвечать. Потому что, ну, естественно, стримеры во многом стали причиной популярности игры. Я не думаю, что там без стримеров у нее было бы все плохо, но да, нельзя отрицать. Ну, и я так понимаю, что именно поэтому стримеров там стараются очень сильно оберегать, в том числе от стрим-снайперов. То есть у PlayerUnknown's Battlegrounds в Terms of Service, ну, короче, когда вы нажимаете «Принять условия использования программного обеспечения», там,
в начале игры, когда вы только купили. Там написано, что да, вы не можете стрим снайпить, а то вас забанят. Вот. Но никаких прямых доказательств этому быть не может. Вот. Так что, ну как бы, только если вы там сами не сознаетесь или видео не пришлете, да, с тем, что у вас в одном окне игра, в другом окне стрим, и вы так переключаетесь и смотрите. Ну, в общем, опять же, вот разработчики ведут себя там как дети, и мне больше всего обидно то, что все эти драмы стартовали ровно в тот момент, когда, собственно, я начал играть в эту игру. Потому что получается как-то совсем смешно. Вот. Все эти вот три драмы произошли сразу после того, как я там начал игрой интересоваться, в нее играть, там на субреддите сидеть и так далее. До этого игру все только хвалили, разработчики хвалили за то, что они такие коммуникативные, за то, что они постоянно выпускают там большие патчи и все такое. А теперь да, вот так вот. Не знаю, смогут ли они, ну то есть... Смогут ли Blue Hole восстановиться в глазах комьюнити теперь, потому что они столько всего наделали, кажется, каждый день они там придумывают, как по-новому, в общем, зафакапиться, и это печально, печально. Вот. Ну, в общем, да, хватит про PUBG. Игра, чуваки, все еще замечательная, и если вы это... Если вы вдруг сомневаетесь, то не сомневайтесь. Вот, покупайте и так далее. Ну и, как обычно, игра в Early Access, да, я вас предупреждаю, что работает она не очень хорошо, там есть баги, серверы плохо тоже работают и все такое, но как бы 6 миллионов проданных копий, люди играют, так что играть можно. Главное, там, не завышать ожидания в плане технических штук. Вот. Ну и, да, перейдем, наверное, дальше. Про PUBG все понятно. История такая. Вот. Да, ну тут еще одна история, короче. Похожая, в принципе, но не совсем. Вот. Благодаря новостям мы узнаем, что на этой неделе вот там Fortnite продалась тиражом больше 500 тысяч копий, хотя это фри-ту-плейная игра, ну то есть... Комплектов предзаказа там продали 500 000 и уже больше, наверное, да? Игра не в Стиме, игра в отдельном лончере Epic Games и только на ПК. То есть они там доказывают то, что игра может быть успешной не только у Гейба на платформе. Ну, это понятно, да? Ну, правильно, чтобы 30%, ну, 30% это очень много. Да, ну, то есть, естественно, никто не скажет, сколько было бы вот насколько было бы больше, чем 500 тысяч, если бы это было на Steam. То есть было бы 500 000, и тогда 30%, ну, в общем, все равно денег бы больше заработали, да, но не ясно. Вот. Чего я понимаю про эту игру, да? Что игра очень нравится тем людям, которые любят Майнкрафт там и все такое, выживачий, кооператив, вот. Но я там смотрел несколько стримов и так далее, пытался заресерчить вопрос, потому что, ну, не самому же играть в это вот все. И я давно не видел такой игры, ну, на ПК, которая бы было столько механик и столько механик с мобильных там фри-то-плейных игр, то есть ну вот, с одной стороны, это такая неплохая, веселая, стильная игра с друзьями, где можно вместе там зомби расстреливать и базу строить, вот. А с другой стороны, это тупо мобильная игра, в которой ты там после 10 уровня ничего не можешь сделать. Ну, практически ничего. Ну, этот проникновение, да, механик из мобильных игр, это очень печальная тема. Не, ну просто вот Fortnite делали с 2011 года, и в результате вот получилось. То есть, не знаю, они там последний год добавляли все это говно или что. Ну, то есть, когда там Галенкин постит радостные, короче, твиты про Fortnite и ее продажи, то
Ну, хочется узнать, что будет там через год, когда вот. Ну, галенки запустят радостные твиты. Ну, галенки таких не может пасти, да, это понятно. С яхты, вот, и тут некоторые, я не буду раскрывать, наши друзья, они вспоминают, что там одного персонажа из Силиконовой долины, тоже там яхтсмен, вот, и также, вот, я тут смотрю в Твиттере, блогер Вилсаком там поколол свой Porsche немного, но ему типа пофиг. То есть мы очень рады. Да, то есть не тому, что поколол, упаси господи, да, а тому, что он ездит на нем, и говоришь, все равно фары хотел поменять. Ну, то есть просто как бы, ну, если оно, в общем, планктон сам идет киту в зубы, то не будет же кит уворачиваться. Да, это тоже верно, вот. Ну, в общем, жалко, что такая потенциально неплохая игра, она вот пала жертвой. Ну, надо вспомнить просто, что Epic принадлежит в значительной степени китайцам. Да, да. Я не знаю, сколько там, по-моему, больше половины, то есть, Tencent, да? Как бы, ой, вот я... Сейчас прошу, короче, у компьютера. А я пока могу сказать, что вот юберификация и также вот приобретение там китайскими компаниями, там, ну, западных компаний, она будет означать, ну, то есть, как сказать, юбер можно масштабировать и на программистов, не только на таксистов, а китайские компании будут, в общем, свои там working practices там переносить. Там, когда-нибудь, может быть, и 12-14 часовой рабочий день на Запад. И там гипермонетизацию и всякое такое. Вот. Ну, 48,4%. Как бы... Ну, достаточно. Ну, достаточно, чтобы как бы, в общем, сильно очень проникнулись. Я не то, чтобы там какой-то это западный там шовинист, но вот... Ну, как есть, сказать... есть хорошие китайские компании, которые там курочкой занимаются, я знаю, вот. То есть такая компания, которая курочкой занимается, она купила себе Warframe, и Warframe все нормально. А, ну, ну дай бог, потому что я. По-моему, несколько других еще компаний там тоже купили, ну, игр, и у них тоже все хорошо. В любом случае, это просто, если что-то такое будет, это вызовет реакцию, потому что там все вот эти там брекситы и прочее, то есть всемирная политизация молодых людей, то, что резкое поливение взглядов, там, то есть я вообще, я угораю, там какой-то твит, я это чей-то был, не знаю, откуда он там прилетел, что это... А, это в 2017 году, и ты даже не коммунист, лол, ну ты и лох. Да, это... Дальше это просто будет усугубляться, ну и как бы, в общем, на всякое действие есть противодействие, вот. Да, короче... Две грустные истории насчет PUBG и насчет Fortnite. С вами только что были. А теперь, не знаю, хорошие новости про Overwatch. Ну, так вышло на этой неделе, да. Blizzard рассказывает дальше про Overwatch League. Вот, и тут некоторые интересные подробности о том, собственно, как будут с игроками работать. Пишут, что контракт буду заключать как минимум на год, с возможностью продления еще на год. Будет минимальная заработная плата 50 штук в год, опять же. То есть, не знаю, ну, то есть в любой стране, где бы этот герой, значит, не находился. 50% от призовых, то есть тех, которые уходят командам, они будут уходить конкретно игрокам. Вот, медицинская страховка для игроков и так далее. То есть, ну, довольно серьезно заявку Blizzard делает на, типа, на серьезность, простите, там, за тавтологию, на серьезность этого всего мероприятия, то есть 50 тысяч в год, это там не так много для, допустим, игроков, которые живут в Сан-Франциско, но нужно учитывать, что в это входит медицинская страховка, но не входит всякие бонусы, призовые и так далее. То есть реально они будут зарабатывать больше, в том числе там будут стримить и так далее. Ну, то есть, да. Угу. Очень хочется уже на все это посмотреть. Вот. И еще важный момент тут вот есть.
возможность вступления игроков в команды не будет ограничена страной их происхождения и проживания. Это может стать большой проблемой. Но объясняю, почему. Потому что если корейцы, они видят, что игра достойна быть киберспортом, вот, они начинают всех в этой игре превосходить. Начинают корейцы в любой игре, которую они считают достойной, доминировать. И Overwatch, она стала такой игрой там практически с самого начала. Хотя там, такие шутеры не были особенно популярны в Корее, И сейчас самыми сильными командами в мире в Overwatch считаются именно корейцы. И это правило позволяет любым организациям, любым командам, которые там в Сан-Франциско, в Нью-Йорке, неважно где, просто набирать себе в команду корейцев. И все бы хорошо, то есть, вам нормально смотреть, вам же главное, чтобы красивые матчи были и так далее, корейцы это могут, да? Но в таких штуках, как вот такие большие лиги, масштабные и многомиллионные, да, очень важны там история игроков, то, как игроки нравятся, именно конкретные игроки нравятся людям, да, и так далее. То есть, насколько они marketable, да, и корейцы вообще в этой теме, только в Корее они marketable, потому что корейцы очень всегда, даже те, которые там в StarCraft'е выигрывали сотни тысяч долларов, они даже по-английски там почти не говорят, потому что, культура такая, насколько я понимаю, вот. И они совершенно не маркетабл. И, в этом может быть проблема, мне кажется. Но здесь забавно, ограничение на количество корейцев. Я сразу вспомнил про хоккейную команду Куньлунь Red Stars, где там, она полностью, китайцев, чтобы втащить, не знаю, кто там нашелся, инвестор, я не смотрел, в континентальную хоккейную лигу, там замутили, где, в Шанхае, что ли, команду эту, и там ни одного китайца нет, то есть там все тренеры и все игроки, они там все там европейцы или североамериканцы, mm-hmm. очень много из СНГ, та же самая фигня. Посмотрим, выкрутится как-нибудь Blizzard. Никто не верил, что они инвесторов найдут там, Короче, всякие надежды есть, да, но я знаю, что пару дней назад или день назад, только что начался период подписания контрактов с игроками Overwatch League, и закончится он, по-моему, 1 октября или 1 сентября, я не уверен. Именно сейчас вот тот период, когда разные команды пытаются захватить себе игроков получше, и потом, наверное, будут делать анонс и так далее. Так что, новости об этом еще будут появляться. Не уверен, что я там вам буду в подкасте рассказывать именно про конкретных игроков и так далее, зачем это нужно. Но когда лига начнется, будьте уверены, мы тут ее обсудим. Потому что весь остальной киберспорт скучная фигня. Только Overwatch. Нет, на самом деле нет, но это я пошутил. Дальше. Что там было дальше? Еще в Overwatch появился Doomfist, новый герой. Пока что не в соревновательном режиме, а просто типа в квикплее там и в других аркадных режимах. Я про него уже там рассказывал в отдельном видео. Некоторые изменения он претерпел с момента появления на тестовых серверах, но в целом герой тот же самый. Я еще, честно говоря, не пробовал, потому что в Overwatch уже давно, собственно, как начал в PUBG играть, почти в Overwatch не заходил, но надо будет посмотреть. Так, у нас тут еще Wolfenstein новости. Хорошие новости про Wolfenstein следующие. Не знаю, многим людям почему-то не нравится анонс сразу 4 DLC еще до релиза. Я понимаю, конечно. Это первый, пожалуй, там анонс DLC, когда я не злюсь, извините, не схожу на говно и так далее. Потому что они все разные, они
Но нет, нет сомнений в том, что вот нет, короче, Machine Games наверняка сделает базовую игру, да, без DLC, полноценной и так далее. Ничего туда не вырежет. Не будет как вот Square Enix, по слухам, по подтвержденным из многих источников слухов, да, сделали с последней Deus Ex, когда ее просто поделили на два, и вторую часть собрались выпустить позже, но теперь не выпустят, наверное, никогда, да? Так с Wolfenstein вторым не будет. Просто они сделают еще несколько DLC, но базовая игра, она будет полноценной и на много часов и так далее. Ну, то есть, скорее всего, естественно, мы пока об этом ничего не знаем, вот. Но нет никаких сомнений в этих разработчиках, в этой студии. У них все будет хорошо. И как они рассказывают про эти DLC, тут будет 4 DLC. Ну, первое это будет пролог. Там, не знаю, я так понимаю, что одна какая-то миссия, которая будет обо всех героях рассказывать. И будут еще 3 DLC в каждом собственный герой. Там один отправляется на Луну, второй в руины Чикаго. Ну, короче, всякое. Мне нравится то, что... В руины Чикаго, в руины Детройта. Да, мне нравится то, что не только Бласковец, значит, героем в этой игре является, да? Ну, я не понял, то есть это вот будут эти люди, персонажи, они будут... Мы их в первой игре, потому что я до конца не прошел, это из второй уже, да? Которые нам, типа, полюбятся нам во второй игре. И мы про них будем проходить DLC. Правильно? Ну, я так понимаю, что вообще про отдельных, потому что вот в первом DLC с ними нас будут знакомить. То есть я так понимаю, что в основной игре их вообще не будет. Ну там. Да, Джозеф Сталин. Не было такого. В первой части, во второй части, не знаю. Джозеф Сталин? Сталион, ну, Сталион. Жеребец. Да. Вот, и да, все эти DLC там будут доступны тем, кто купит Season Pass, но, блин, какая разница, вот, либо, ну, или такие DLC, или как было Standalone The Old Blood в предыдущей части тоже. Главное, чтобы они там были не слишком маленькими и так далее, но это уже... Да, главное, что вот мне почему мне нравится, что я там вижу потенциал, я не знаю, ну шведы-то не должны, извините, обосраться, и что все эти 4 персонажа, что у них будет разный геймплей. Не, ну наверняка, да. И по идее это должно быть, ну, как бы... Клёво. Насколько я понимаю, главным отличием Бласковица от всех остальных персонажей вселенной является возможность стрельбы с двух рук. Вот. А все остальные герои наверняка будут чем-то другим заниматься в этом плане. Там есть одна тетечка, про которую... Там ведь еще описание всех этих персонажей есть. Например, одна из тетечек, она ассасин. И бывшая работница ОСС. То есть ОСС это вообще очень интересно. У меня, ну, у меня и легкий бзик на них. Это Organization of Strategic Services, он же по-русски перевод, отдел стратегических служб. Это прото-ЦРУ, но в то же время как бы, ну, и не совсем прото-ЦРУ. Вот, и фишка как бы еще в том, что в Хеллбое, вот, в общем, Хеллбой работает на ОСС. То есть есть после войны, дело в том, что американцы, по-моему, у них не было путной разведки, а это ОСС их набирали из всяких чертей. В том числе там есть один там или русский, или украинец, который, в общем, он кулак, через Синьцзян он там перешел, в общем, добрался до Америки, стал работать на ОСС, но он там кого-то типа там удавкой душил. В общем, и там кого-то пытал, и там публика там всякая была в этом ВСС, и их разогнали в конце войны и сделали, по-моему, там в 45-м году они там ЦРУ сделали. Вот, и есть так очень популярная конспирологическая теория, согласно которой
ОСС никогда не прекращало существовать, и что они просто они существуют до сих пор, и они сверхсекретные там, в общем, спецслужба, про которую даже никто не знает и запрещено говорить. Вот у меня это... Не знаю, то есть, ну, это во всяком случае, это очень прикольная урбанистическая легенда. Ну, вот, короче, там одна тетка, там она агентесса этого ОСС. То есть, по идее, у нее должны быть какие-то там очень неприятные для фашистов методы боя. Ну, тут очень... Сейчас на фоне включен геймплей, который... Ну, было еще превью на неделе несколько, и там опубликовали много видео часовых, там, ну, длинных, короче. Вот. Ну и, собственно, в одном из видео показывают, как Баскович доставляет портативную ядерную бомбу в Розуэлл. Тоже, конечно. Ну, я не знаю, короче, вот... ведения боя. Я, конечно, там не советчик разработчикам, но я думаю, что... Обязательно надо сделать, чтобы очень в характере Бласковица будет, чтобы он открывал пиво глазницы. Вот, ну, то есть это будет, ну, очень, ну, как это сказать, очень аутентично, и для персонажу будет, тем более, что у него настолько там, у него там мощные там эти скулы и глазницы, что ему плохо не будет. Типа, ну, вот. Рутбир открывал и потом плевался еще. Короче, да, блин, эти, ну, я вот не смотрел ни одного превью, потому что не хочу спойлерить, и часто смотрю с неохотой, когда мы это записываем. И очень хочется, чтобы эта игра вышла прямо завтра, но, к сожалению, все еще нужно ждать. И довольно долго. А DLC потом придется ждать еще дольше. Я недоволен в результате всего этого, но... Да, ну, не знаю, уже наверняка очевидно, что потенциальный кандидат на изи, значит, Game of the Year. Ну и... да, ну а что еще, собственно, я не знаю, кто вот как можно не любить. Сейчас у нас следующая тема. Про еще одну Game of the Year. Вот, ну что, можно, в принципе, да, можно перейти. К теме про Destiny 2, которая вторая лучшая игра в этом году наверняка будет. И, но лучше, но еще лучше она будет, если вы играете на PS4, вот, и сделаете предзаказ. Ну да, за это вам дадут специального госта, ну вот этого дрона, я не знаю, как он там в Destiny называется, гост, да? И у них хорошее, очень люблю это название Динклбот, потому что Питер Динклич озвучивал изначально, потом это на этого поменяли его на этого черта, который озвучивает все игры, но это не Нолан Норт, а другой там чувак, забыл, как его зовут. Забыл, да. Ну да, и всем ясно, о ком речь. Да, в общем, и вот... Если вы на PS4 предзакажете, да, Destiny 2, то вам дадут Динклбота, который считает, ну, просто, короче, статистику ведет убийств. Сколько вы убили мобов в PvE и сколько вы убили игроков в PvP. Вот, ну, как бы, что тут еще добавить? Понятно, что... Штука не слишком важная там и так далее, но ну просто ужасно смешная, короче, тактика, я не знаю, привлечение людей на свою платформу или что, или там выманивание предзаказов. Тут, короче, можно, да, то есть любимая там тема насчет Destiny, она, как известно, еще можно сказать. Ну, не то что... Они, конечно, не украли, но они люди, которые заимствуют идеи, поступают как все, то есть там не идеи, а, так сказать, тропы они заимствуют, то есть маленький ироничный робот, который может поместиться вам в кулак, то есть кто читал Иина нашего Бэнкса, он все прекрасно понимает, откуда это все есть, и как бы, то есть, ну вот, тропы тащим и тропы поведенческие тоже там копируем, какая-нибудь... Уже есть там эксклюзивный страйк, насколько я знаю, который будет эксклюзивным на протяжении года или типа того. Вот. Зачем вам еще тут, ну, вот такой чушью заниматься? Непонятно. Ну,
Ну, блин, ну, Коль, ну, понимаешь, ну, как сказать? Ну, люди любят просто... статистику, да. Это просто, это, скорее всего, это какой-то сколько там... Сколько настрелял. Какой-то менеджер, что вы обязательно, понимаешь, не просто в каком-то да. плане написано, у нас должна быть эксклюзивная фича. Там вот такое вот, что-то вот такое вот написано, есть какой-то и план. И отдельный заказ. Эксклюзивная фича, да. Да. Ну, так и выходит, короче. Ну вот. И рядом с этой темой про Destiny 2, которую мы, конечно же, осуждаем, ну, это не так, в принципе, страшно, там, как с PUBG и так далее, разработчики не очень умные. Nintendo решила, что заблокировать с помощью Amiibo целый режим в новой игре, значит, про Samus, ну, то есть Metroid, как он называется, Metroid Samus Returns, это хорошая идея. То есть сложный режим, как он там называется, Fusion Mode или типа того, ну, в общем, будет разблокироваться только если вы купите Amiibo, ну, и приложите его, собственно, к своей 3DS или 2DS, не знаю, что у вас, да? Ну, не знаю, это вот легкий оттенок безобразия это все несет, как хотите. То есть, ну... то есть когда-то, помню, был большой, не знаю, что, ну, ну, не то, что скандалом не назовешь, но было много возмущенных людей в интернетах, когда выпускали метро. Какое? Не знаю, не Last Light, может, 200, может 33. Ну, короче, один из этих шутеров, да? И, наверное, Last Light. Вот. И самый сложный режим, там, которым все любят играть, Ranger, типа того. Когда никакого юзер-интерфейса нет, все очень сложно, там патроны нужно самому в голове считать и так далее. Считать, сколько у тебя времени осталось. Ну, действие фильтра воздуха и так далее. В общем, этот режим давали только за предзаказ, по-моему. Ну, что-то такое было, да? Тогда все сильно расстроились, естественно, ну... Ну, понятно, да. Вот. Но здесь, так, понимаете, на уровень выше. То есть мы не просто там должны заплатить как-то. Я понимаю. Я понимаю, если бы это, знаешь, там было вот DLC за 5 баксов. Ну да, хреново. То есть, ну, к такому уже привыкли. Вот. Но чтобы Amiibo нужно было покупать, а Amiibo такая штука, которую. Ну, там, опять-таки, не знаю. Это очень. Я не знаю, это в маркетинговом? Нет, это не в маркетинговом плане, в каком там это должно быть. Это очень подсадить людей на другой продукт компании. Очень кто-то собой гордится. Там вот. Кто-то, ну, конечно, да. тоже там в компании он матерится там потихоньку по-японски, но этого же не видно. То есть, ну, в общем, не те люди. Ну, потом Nintendo удивляется, что Amiibo пиратят. Естественно, а пиратить Amiibo это милое дело, там купил, короче, NFC тегов, по-моему, по 5 баксов сотню штук, не знаю, ну, в общем, дешево. И потом, ну, программируешь их специальной штукой, тоже недорогой, и прикладываешь просто. Вот, то есть, пиратство это, конечно, плохо, но когда целый режим в игре, он заблокирован за штукой, которую ты просто не можешь купить, вот, не знаю, у меня в стране я там не видел... Ну, я видел, наверное, 5 разных Amiibo, которые продаются. Все. Вот, больше других нет. Ну, и вот для Metroid, наверное, наверняка тоже не купишь потом. Ну, и как бы... Пускай потом не удивляются. Да. Shitty practices. Что тут еще сказать? В общем, Nintendo be Nintendo. Лучше бы сделали этот, ну... онлайн нормальный, там, свой с чатом приличным и так далее, а не как вот это вот. Даже за Amiibo. Все равно. Там как да. У Шендеровича в его там воспоминаниях об армии, когда он там попросил. Придя в себя, я попросил своих санчасти, своих боевых товарищей чаю. Они очень опешили, меня не побили, просто спросили, а палкой по яйцам тебе не переебать? Вот, и, в общем-то, недалек тот день, когда там компании будут задавать такие вопросы, вот, в ответ на просьбу там, да, сделать да. нормальный онлайн, там, и вот, ну, как сказать. Это и есть вот этот ответ, то есть сначала там, на прошлой неделе были
ну не то что новости, а таки подтвердилось, да, вышло приложение это с voice-чатом, и подтвердилось то, что оно действительно настолько дерьмовое, что им невозможно пользоваться, вот. Все начали Nintendo жаловаться, а на этой неделе Nintendo сказала, ну вот вам, значит, вот вам ответ. Еще Amiibo будете покупать. Ну... Да. Амибо покупал, ну, то есть я не хочу просто это все там произносить. В общем, Амибо покупал, это как в Бобруйск ездил. Mm-hmm. Вот. Но как там справедливо говорят люди, что Бобруйск находится глубоко в Беларуси, и, в общем, это, ну... Ну, не очень там, глубоко. Просто... Ну, в принципе, ну, не суть. Ну, главное, что Амибо покупал Амибо, что, заело, бля? И так далее, да. Nintendo, в общем... Nintendo продолжает быть Nintendo. Какой фанат, да, какой мариобой не любит Nintendo? Ее бескрайних просторов последние Зельды. Ну да, там, кстати, вот задница с этим-то тоже, проблема, как, в принципе, и с PlayerUnknown's Battlegrounds. Потому что там 6 миллионов людей купило, и там, значит, из них, не знаю, много детей. Вот так и тут у Nintendo очень много поклонников, фанатов. Яростных, которые логически, не знаю, или не умеют, или не хотят мыслить, вот, и все это дело даже защищают, даже ну, вот надо, такое. В условиях общего упадка нравственности люди там это, как писал Венедикт Васильевич Ерофеев, что гусар опирался на саблю, испанка молодая на балкон в былые времена, там, а этот лютер опирался на веру. А где сейчас у людей опора? Поэтому приходится опираться на Nintendo, например. Что делать? Да, кстати, у меня вот тут, ну, сейчас на экране написано, точнее, на экране открыта статья про то, что похоже, что Nintendo заблокирует с помощью Amiibo там режим, да? Это немножко старая статья, там уже есть новая, просто мне, ну, короче, ссылка в описании, да, не волнуйтесь, то есть это уже подтверждено. Если на это счет. Ну и да, если вы вдруг яростный фанат Nintendo и слушаете нас, то объясните нам в комментариях, почему это хорошо. Мне интересно послушать. Вот. Да, ну и последняя новость. Сегодня я посмотрел на Твиче. Ну, я посмотрел на Твиче, и сегодня, собственно, прошел запуск StarCraft Remastered в Корее. Потому что игра выходит там, через 2 недели, но в Корее решили сделать большой-большой лонч-ивент там в городе Пусан, который называют меккой киберспорта. Вот. На берегу, короче, огромное количество людей. Там, по-моему, писали, что 5000 мест сидячих и еще 2-3 тысячи вокруг людей стоит. Короче, огромные экраны, там 8, по-моему, легендарных игроков первого StarCraft собрали для проведения крутых прям шоу-матчей, я смотрел. Вот. Очень клевый анонсер в начале был, который прям начал так довольно бодренько, и думаешь, ну, у них там в Корее, короче, такие пободрее, чем у нас. Анонсеры, вот, а потом, я не знаю, если сейчас я попытаюсь найти, короче, как он орал со сцены прямо, что вот, чуваки, это та же самая игра, только через 19 лет 4K, но на самом деле это все то же самое, и не волнуйтесь, все, в общем, да, это стоило смотреть, вот тут, ну, видите, да, сколько народу, и там было, а, ну вот, да, и мэр этого города Пусан даже выступал. В общем, клево сделали Blizzard. Хорошо сделали. Да, хорошо сделали. Батя одобряет. Не знаю, что там будет с игрой. Вот, ну, я наверняка куплю и там компанию перепройду. Не в онлайн же играть против корейцев. Потом они молодцы, они собрали 8 игроков. Причем вот так вот по таймлайну. То есть первым показывали матч, значит, первого не корейца, который когда-то давным-давно выиграл чемпионат, да, какой-то StarCraft серьезный. StarCraft играть это как там не японец, который в сумо. Ну, да. И этот, и кроме него, он, вот этот первый не кореец, он играл с первым корейцем, который когда-то выиграл чемпионат, то есть самый такой вот
самые первые, не знаю, серьезные деньги заработал. Ему уже 37 лет. Вот. Играл он там, конечно, совсем не на пике и так далее, но все равно. Да, и в конце завершили шоу-матчем между тремя там последними самыми легендами: Джей Дон, значит, Флэш и, по-моему, Бису или кто. Ну, в общем. Да, ивент вышел хороший. Я надеюсь, что. Надеюсь, что там у игры. Ну, вряд ли какие там у этого ремастера будут проблемы. Как бы несложные, да? Ремастер есть ремастер. Я надеюсь, через 2 недели в него поиграем. Да, ну они там еще сказали, что вот, чуваки, вы можете раньше, чем все в мире, в корейских вот этих компьютерных клубах PC Bank поиграть уже в ремастер, а всем остальным придется ждать. Ну, понятно, все больше, значит, большая часть этого ремастера сделана для Кореи, и совсем... немного на Западе людей будут им интересоваться. Ну да, но это, в общем-то, все нормально. Я вот единственное, что подумал, вот это вот все это с Кореей, так это чудно, вот, потому что там игра, вот в корейцах у них там близзардовская продукция резонирует, а ведь когда-нибудь тоже будут там, ну, там интерактивные развлечения какие-нибудь становиться популярными, например, на других планетах. Там инопланетяне какие-нибудь будут там угорать от игр, которые сделаны на Земле. Да. Вот здесь, конечно, да, есть легкие элементы расизма, конечно, потому что, ну, я уподобляю фактически там корейцев инопланетянам, но вот они же он там английский язык учить не хотят, уже есть инопланетяне, конечно. Это не расизм, вот. Ну, ты можешь культуру различать просто. Вот и все. Культурные инопланетяне. Это не потому, что они там монголоиды, а потому что они просто, да, ну, действительно. То есть, в принципе, никому внешность не вперлась, они действительно вот другие. И вот там японцам, например, нифига там не заходит, а вот корейцы прутся там от этого. Старкрафта. Вот, можно увидеть сейчас на экране, да, как прутся на примере этого анонсера. Ну, анонсер, конечно, за это платит и так далее. Короче, да, Старкрафт тоже я ремастер жду. Не то, чтобы я был кореец, но вы же понимаете. Ну, вот, перейдем к релизам, потому что, ну, новостей, как обычно, летом ни хрена нет, так что извините, что тут еще обсуждать. Пара драм и Blizzard. Вот. На Свиче, если у вас есть Свич, то покупайте. Вышла замечательная Overcooked Special Edition там со всякими плюшками. Игра, которую у нас в итогах прошлого года сильно хвалил Юрий Турбоджедай. И он там, значит, он вот купил себе Свич и тоже купил себе Overcooked. И там поругал ее за техническую часть. Но будем надеяться, что починят там. Вот. Но в целом, да, это же замечательная кооперативная штука. То есть, ну, в одиночку, да, в одиночку не стоит играть, но вы же понимаете, что если у вас есть Switch, можно один Joy-Con одному, второй второму и погнали. Вот. Также вышла городостроительная стратегия Haven Colony. Это про строительство города на чужой планете, там, на неизведанной. Вот. К сожалению... Она там была довольно многообещающей, но после релиза выяснилось, что это там больше даже похоже на всякие Tower Defense, неожиданно. Да, это несколько... Ну, в принципе, конечно, он и... Ну, хотя нет, SimCity не был со своими Годзиллами и Tower Defense. Не, ну, то есть здесь есть упор на это все, к сожалению. Ну, не знаю, то есть может кому-то нравится, да? Вот. Ну и рецензенты обращают внимание там на баги, на то, что затянуто. Ну, короче, чисто вот если вы, не знаю, вот я себе представляю в голове такого человека, который играет только в игры жанра градостроительных симуляторов, да, и там играть ему не во что, ну да. И вот он тогда покупает Haven Colony. А так, ну, я даже не знаю, есть ли смысл.
сожалению. Зато хотя, вот, в принципе, ну, благодатная эта тема, там, да, тоже это инопланетная колония. Mm-hmm. Ну, кто-нибудь когда-нибудь ее сделает. Ну, конечно, там вот то, что это торговая на Марсе, которую дизайнер цивилизации сделал, она вот, я совсем немножко попробовал в нее, она так of ничего, worlds, но она просто... Of World Trading Colony, да? Или как-то да, компания? Она как бы не в меня, я бы хотел бы там, да, Fall Trading Company, конечно. Но она же столько, знаешь, что она же там реал-таймовая, поэтому... Угу. Ну, то есть, как в StarCraft. Нервно. Да. Да хоть пусть и реал-тайм. Кстати, если я не знаю, как там в Haven Colony, ну, не знаю, стоит там смотреть или нет, потому что, смотря какие, конечно, там элементы Tower Defense, но это тревожно, да, само по себе. Потому что, в принципе, если там какая-нибудь местная живность нападает, ну, не знаю, по уму как-то, не тупо прет, если там есть экосистема, ну, хотя я слишком многого хочу, конечно, экосистема еще какую-то. То есть тут, да, спросят, сразу скажут про насчет палкой по яйцам моментально. А вот ты вот лучше покупай. Для шестой цивилизации вышло новое DLC, ну или я не знаю, я так понимаю, что дают всем, у кого там премиум эдишн бесплатно, или как она называется? С нубийцами. Раз. Нубинс, да. Нубинс, это, да, тут недавно мне пришло в голову, что в общем, вот по-русски зуб-зуб, а по-польски зуб это зомб, а дуб это домб, и, соответственно, по-польски нуб, но должен быть номб. И должен писаться наб, при этом а, ну, с этим, с агоником, там, носовое о. А, но к чему это я? К нубийцам. Блин, да, к нубийцам. У них тут лучники какие-то особенные, но я особо... Чё хотел? У них нубийские их маленькие, там, деликатные маленькие заостренные вверх пирамиды, они дают бонусы окружающие, то есть дистрикты помогают там быстрее растить. Ну, оно как бы и, в общем-то, и по идее, как бы и хорошо, наверное, но... Я только читал, что все считают, что нубийцы overpowered, и их надо нерфить. Заранее? Ну да. Но они хорошо, они могут подращивать, по-моему, вообще они там апгрейдить могут дистрикты, кажется, когда пирамиды эти строят на ближайших территориях. Так, у них там лучники, у них там есть бонусы к... Где там? Сейчас найду. Ой, да даже не стоит. В общем, к молоткам... Бонусы к производству рейнджед юнитов. Просто 50% сразу. Это же как-то многовато. Ну это да, это вообще не слабо. Ну то есть, они как бы... Я просто что вообще хочу сказать, почему я экаю и бекаю. И все рейнджед юниты еще получают плюс 50% опыта. Ну, в принципе, ну это да, то есть, может быть, даже стоит. И шахты еще там лишние ресурсы дают, короче. Но все равно вот до сих пор, во всяком случае, все как бы... Расы эти новые DLC? Да, все DLC-шные эти... Ну они, насколько я помню, были все довольно сильные. Расы, ну, они довольно... Называли их так, и вообще мере. Все, в принципе, не только DLC-шны, все расы в шестой цивилизации, у них... Ну да, не, да. Они как бы... У них... Они не загораются на них, потому что, например, в пятой цивилизации как бы все были тоже вот вроде бы имба достаточно, и... Но они все были разные, за них было интересно играть. Потому что, например, там была там overpowered Россия. Здесь она тоже как бы, ну, сильная, но как-то все вот не в мазь. То есть там была какая-то... Четко было, четче заточено под стратегию. Там была Польша, например, очень интересная. Не, насколько я знаю, да, что вот в шестой цивилизации, может, там только парочка цивилизаций, которые... ну, у которых откровенно там... скучные бонусы, слабые, да, а у всех остальных бонусы, они просто разные. И все довольно привлекательные. Черт, надо вот, наверное, пока скучаю... Погоди, ты про шестую говоришь? Да, про шестую. Ну вот как раз и, я не знаю, она вот в том-то и дело, что там, ну...
Они вот, я не знаю, они все вроде бы и разные, но вот, но не вдохновляющие. Это очень трудно описать. Может быть, это мой какой-то личный. То есть вот какой-то там сдвиг. Вот, может быть, вообще все это... Вся вот эта вот цивилизация, это то, что они там перемудрили уже слишком. Мне кажется, что они усложнили эту шестую часть. Ну, есть такое, да, мнение. Вот, и... как я бы... вот думаю, надо мне еще поиграть, потому что вот сейчас пока играть особо не во что, там Power быстро закончится, других игр, ну вот сейчас еще там скажем, но других игр особо, которые мне хочется именно поиграть, нет, а вот цивилизацию, почему бы не переставить, да. А что еще вышло? Вышел пазл-платформер A Pikmin для 2DS и 3DS, который тоже, как в принципе с Even Colony, если судить по оценкам и, значит, плюсам-минусам все такое, можно пропускать всем, не знаю, кто не увлекается Пикменом, да, или пазл-платформерами на 3DS. Эта платформа, насколько я знаю, она не особо известна пазл-платформерами, да, то есть там в основном, не знаю, JRPG и такие платформы. Ну, короче, вы понимаете, о чем я, да? 3DS не совсем такие там пазл-платформеры, как в Steam или просто на больших консолях. Короче, Эй, Пикмен только для фанатов. Вот. 70 баллов из 100. Ну, так, ну такое. Вот. И в Steam вышло, наверное, замечательное, но я еще не пробовал, ультра-казуальная ролевая игра Galaxy of Pen and Paper. Если кто-то играл в Knights of Pen and Paper или Knights of Pen and Paper 2, вот, вы знаете, о чем. Если нет, это вы, в общем, вы как бы сидите за столом гейммастера с друзьями, и каждый друг... Ну, вы играете как бы в D&D, только теперь вот Galaxy of Pen and Paper — это sci-fi. Вот. У вас есть пати там из 2-4 человек, героев разных классов. Ну и походовая боевка. Вот тут я смотрю, путешествия по нонам добавили. Ну и, в принципе, в Knights of Pen and Paper тоже была карта по нодам разделена. Вот. И это очень такая простенькая ролевая игра, там у каждого героя может по три, короче, активных скилла, которые развиваются. Какой-то очень простенький инвентарь, вот, там полностью на референсах, на юморе весь сюжет, все персонажи к чему-то отсылают. Ну, Star Trek там преимущественно, ну, по-моему, ну, не Galaxy только. Galaxy of Pen and Paper, да. Ну, нет, да, естественно. Там совершенно точно есть, судя по ролику, там Горн есть, это, ну, ящерица, с которой Кирк дрался, там сразу, в общем, опция там где-то там, была, там, по-моему, в ролике. Есть. Взять его в захват, типа того. Джавы, но... извините, Джавы. Вот. А, ну. Да. Единственное, за что ругают, я почитал, ругают вот Galaxy and Pen and Paper за множество багов, которые, да, ну, надеемся, вычистят. А так, все то же самое, что и раньше. Раньше было неплохо. Так что... Ну, там... На это... Она же на мобилках же, или нет? Она тоже вышла? Должна там на Android быть. Я не уверен, сейчас спрошу. Потому что она все-таки игра такая, чтобы потыкать именно, потому что, ну, она там... А, да, ну, вышла. Ну вот, да, вот там. А стоит денег, не то что другие мобильные игры. Ну, это дает надежду, да, что... Ну, тут написано, что никаких микротранзакций. Хотя они, конечно, ну, сделали не очень хорошо. Я вот помню, купил Knights of Pen and Paper на андроиде. А потом, короче, играешь... Ее обновили, и теперь в ней есть микротранзакции. Там она почему-то разделилась. Ну, ай, в общем. Ой, да, как все. Я думаю, что это какая-то ошибка, короче. Не знаю. Что-то не то. Все как обычно. То есть там сначала тебе обещают. Да, да. Что-то, а потом это оказывается совершенно, ну да, что, в общем. Это, оказывается, общем, неправда. Покупайте в Steam, там наверняка и не появится ничего. Ну, там просто это, да, трудно. Там гейб, который
Непонятно, ну, не, может. В Steam обычно не делают там. Игры не продают, а потом не делают и бесплатными. Только если это не Team Fortress 2, да. Вот. Ну и, собственно, с релизами все на этой неделе. Можно рассказать про следующую неделю. На следующей неделе будет релиз Tacoma. Tacoma — новая игра от студии Fullbright, которая когда-то сделала, ну, не так давно, сделала замечательную игру Gun Home, которая, в свою очередь, положила начало новому жанру. Ну, не то, что там совсем новому жанру, да, но таким Walking Simulator играм. И ну, несмотря на то, что многие ругали, там очень положила, много не было положила хорошего. Положила начало играм про Oregon, там, в частности, этим Life is Strange, например. Да, тоже верно. Вот. Новая их игра про безжизненную космическую станцию. Воспоминания жителей, которые нам предстоит там, значит, узнавать. И вообще что-то... Ага, вот. Говори, говори. Тут написано, что... Ну, вот я вам показываю сейчас трейлер, который... трейлер анонса, да, там она эксклюзив для Xbox One и так далее. Тут написано, что выйдет в 2016, ну вот, выходит в августе 2017, то ничего страшного, так бывает почти всегда, да. И да, я обязательно, я так думаю, что игра будет не слишком длинная, пройти ее получится быстро, и потом вам все про нее рассказать. Вот. Ну, это что касается следующей недели. Я чё вот подумал, что все эти игры, там вот про заброшенные космические станции, там вот все эти там гиблые эти подводные колонии и так далее, вот они все как бы определенные, есть там спекуляции на теме смерти, то есть это как бы очень серьезная вообще тема. По понятным причинам, и поэтому, как сказать, это вот прием, чтобы заставить игроков к твоей игре относиться серьезно, как бы. Вот, я вот подумал, что очень многие, вот что, что-то там случилось, там, и не только это Walking Simulators, это относится. Ну, вот. Да, поэтому да. В чем-то, может быть, в чем-то лучше там, где игры, где можно бездумно мочковать нацистов. Ну, вот, такие, это даже... такие нужны. Никто да, потому спорит. Что без. То есть, если бы, да, если бы не Блашко, не Блашкович, то вообще, что бы мы делали? Да. В общем, на этом все. Всем огромное спасибо. Всем, кто смотрел, всем, кто слушал. Ставьте лайк, если вам понравился выпуск. Ставьте дизлайк, если не понравился. Приходите в комментарии, задавайте вопросы. Высказывайте какие-то более интересные мысли и эмоции свои. Подписывайтесь на канал, на наш... Send news. Send news, по поводу. Да, PM your boobs и так далее. В этом... в SoundCloud тоже можете подписываться, но не забывайте, что у SoundCloud проблемы, его скоро закроют, так что YouTube... Да, надо, все. Блин, надо выгрузить же это подписку. Не, ну еще не скоро, еще дадут время нам выгрузить, не волнуйся. Но может быть они как-то все это одним файлом там сделали, ну конечно да, это одним архивом. Ну Google так позволяет, я думаю, что SoundCloud как-нибудь тоже... Жаль, на самом деле, SoundCloud, но в принципе... Обычно в таких случаях на других сервисах появляются кнопочки, типа нажимаешь, авторизуешься в SoundCloud через другой сервис, он выкачивает себе все треки. В принципе, по количеству ботов, которые там водилось, в принципе, можно было понять, что все-таки не совсем там все это хорошо. Не, ну там SoundCloud отличный сервис для независимых там музыкантов всяких. Да? Ну просто как на этом зарабатывать, как SoundCloud... содержит свои сервера и так далее, непонятно. Ну и вот, собственно, выяснилось, что никак, поэтому прожигает деньги инвесторов и все. Вот, а что там еще надо было сказать? После подписывайтесь. Ну да, у нас есть Patreon, на который можно зайти, занести нам денег на поддержку проекта. Вот, патронам мы отдельно благодарны, герой. Естественно. Да. И все. Еще раз огромное спасибо и пока. Всем пока. До следующей недели. Ну или там. Через несколько дней увидимся.